Всем привет! В общем, сделал я грид в третий раз. А именно, я проделал замену транзистора системы охлаждения, то есть кулера. И в связи с чем температура грида опустилась, ну, примерно где-то до 50 градусов при вот такой вот нагрузке. И он начал зашкаливать, то есть в том плане, что раньше мощность была в районе 165-160, а теперь уже 170 и 174 даже я видел. Сейчас напряжение мы видим очень низкое. На аккумуляторах они разряжаются. Инвертор, который находится здесь за стойкой, он питается непосредственно от сети. Потребление дома всего 60 ватт. Ну, это немного, но тем не менее. Дополнительно в сеть скидывается на 110 ватт больше. То есть достаточно прикольно. Питается у меня сейчас компьютер и всякая фигня остальная. В общем, вот такая система охлаждения. Закрыл я здесь максимально плотненько все это дело. Взял деревяшечку, там подложил. То есть, несмотря на то, что здесь есть небольшие щели, тяга есть как здесь небольшая, так и в самом низу. Соответственно, аккумуляторы продуваются, продувается инвертор, дополнительно вентилируется комната. По идее, в будущем, конечно, это все дело запенить бы, но боязнь у меня все-таки, надо будет до инвертора лезть, ну мало ли вдруг. И, соответственно, пенить, я думаю, здесь не стоит, но систему сделать такую, чтобы вентиляция была дополнительно из комнаты, то есть тройник взять, купить под эту трубу, то есть в планах есть. То есть все прекрасно работает. Вот моя комбинированная новая система. Осталось спрятать, прибрать проводочки, подвесить все. Автоматы отрабатывают как надо, протестировано, что вот именно с этими автоматами проблем теперь нету. Инвертор работает, контроллер перестал глючить и стал более-менее стабильно работать. Выдает ток больше 20 ампер, там где-то около 22 ампер. И аккумуляторы уравниваются. Вот теперь у меня другой аккумулятор начал поддыхать. Вообще надо разряжать их полностью, прям полностью. Вот поэтому я сейчас грид врубил и заново поднимать. Кстати, на 24 вольтах, я не знаю каким боком, но аккумуляторы, когда в параллель были подключены, они заряжались хуже с током 40 ампер, чем последовательно 12 штук заряжается током в 10, там, в 20 ампер и напряжением 24 вольта. Я не знаю, с чем это связано. Но наблюдаю я такую картинку. В общем, как-то вот так вот. Все пышет. Кстати, китайский транзистор поменял на японский транзистор. То есть с японского оборудования снял. Какой я поставил, я не скажу, потому что моя манера многих отпугивает от ремонтов. Но тем не менее, вот он работает, он выключается. Если вот так его погонять, он охладит систему, соответственно, вентилятор выключается. Вентилятор я смазал, он еще прирабатывается. Блин, громкий он, зараза. И инвертор начал сильнее греться. Раньше, когда он подключен был к солнечным батареям, ну, грит инвертор, он мощность, так скажем, такую не набирал, конскую. То есть и так долго, тем более, не работал. Вентилятор там включится, отключится. А тут получается, постоянно он на большой мощности работает. И, блин, перегревается достаточно сильно. Поэтому пришлось полностью схему инвертора доработать. То есть, поставив преобразователь на 12 вольт, стабилизирующий 40 вольт, тем самым я повысил его надежность, и глючность его упала на нет. То есть, когда я сделал систему вентиляции,
то есть восстановил транзистор, да, а питается, кстати, кулер непосредственно от разводки питания чипа процессора, соответственно, можно предположить, что там были заскачки, и почему то работало, то не работало, то защита не срабатывала, от перегрева выбивало предохранители, то есть сейчас как-то стало постабильнее, у него появились защиты те, которые были. Блин, я доволен. В общем, на этом все. Всем удачи. Смотрите, мало ли что, будет продолжение. Всем удачи, всем пока.